Порог новой школы на 225 ученических мест в селе Жеркембаево Сыкульского района учащиеся переступили совсем недавно. В современном здании учебного учреждения просторные помещения. Имеется добротная система отопления. Столовая оснащена стандартным оборудованием. Школа у нас теплая и с просторными классами, с хорошей столовой. Зимой не было проблем. На двух этажах построены туалеты. Есть все условия для обучения и получения знаний. Вместе с тем рядом продолжается возведение спортивного зала. Спортзалы абдан чоң. Мунуку мындай мектептерде жок. Спортивный зал будет очень просторным. Таких нет ни в одной школе. Объект стоимостью 37 миллионов сомов по плану запланировано сдать в ноябре. Однако мы намерены завершить работу в августе. Кроме того, возобновлено возведение дополнительного корпуса для школы в селе Коджаяр на 450 ученических мест. Объект был заморожен 14 лет тому назад, и вот снова оживела стройка двухэтажного здания. В скором времени к зданию подведут питьевую воду. В дополнительном здании откроют 8 авторских классов по химии, физике, биологии, истории и музыке. Общую картину в скором времени дополнит двухэтажная новая школа в селе Ананьево. Учебное учреждение рассчитано на 275 ученических мест. Из республиканского бюджета на строительство выделено 59 миллионов сомов. Современное здание ничем не будет отличаться по оснащению, оборудованием и от других подобных школ. Сейчас по всему восточному региону страны ведется строительство 14 школ и детских садов. По плану из них в этом году будут сданы в эксплуатацию 4 объекта. Усен Кульбаев, Гульбарчин Молдоева, Асылбек Касенов, Алатау 24, Иссык-Кульская область.